А вчера было слушание этих потерпевших. Сегодня судья пришел и начал, значит, хотел изменить это решение. Это сначала показать, значит, видеосъемки туда-сюда, там, значит, аудиозаписи подслушанных разговоров, там, это, моих, это, Светланы. Ну, это, адвокат, естественно, заявил протест. Прокурор, значит, это, свое, значит, противоречие. А потом, значит, начали расспрашивать этих потерпевших, они кто за, кто против. Ну и поднялся бедлам. Короче говоря, это они сейчас из этого суда делают шоу. Понимаешь? Вот. Настоящее шоу. Через каждых 10 минут это судья уходит на совещание. Так понимаешь? Что с Владом все-таки было? Ну, с Владом. Он сегодня разозлился, короче говоря, на судью накричал, говорит, ты что, говорит, закон дышло, куда повернул, туда и вышло, схватил там щепку какую-то со скамейки и хотел спороть себе вены. Ну, это вот налетели, это все, и, а он этому прокурору и говорит, а ты, говорит, через неделю сдохнешь, ты, говорит, со злости помрешь, когда узнаешь правду. Ничего себе. Ну и, короче говоря, его вывели. Сейчас, короче говоря, мы посоветовали с этим, с адвокатом, чтобы Влад написал заявление и дал отвод и судье, и прокурору. Влад себя как чувствует сейчас? Ну, нормально, наверное. Я еще с ним не встречался после этого. Ну, там Светлана подняла хай-вай, и все эти родственники, дайте ему сказать правду. Почему вы не даете ему выступить? Судья сказал, все в свое время, здесь командую я. Ну, сама знаешь, как это бывает. А Светлана, мама Влада, как Светлана себя чувствует? А Светлана как себя чувствует? Ну как может быть чувствовать себя мать, когда с сыном такое происходит? Ты бы как чувствовала себя? Ну да. Поставь ее, себя на ее место. Вы сейчас там еще и остаетесь? И вопрос будет решен. Вы сейчас там еще остаетесь? Да, сейчас в 2 часа будет продолжение суда. Но будет оно или нет, потому что вчера с утра отменили. Адвокату не дают никаких документов, которые он требует для этой работы. Вот. Сейчас, если адвокат и Владислав заявят протест, значит, опять будет отвод и будет, значит, это все отложено до завтрашнего утра. А завтра уже четверг. А в пятницу они последний день, а потом на выходной на 2 дня уйдут. Ясно. Ну хорошо, спасибо большое. По моему мнению, так. Не знаю, как у них выйдет. Ну и, короче говоря, это... Потом, значит, будет видно, что, почем и почему.